Я считаю, что сейчас это единственная возможная мирная форма показать, что происходит. Чтобы нас все-таки услышали и начались не подделки реформ, а реальные реформы. Если нас услышат, если увидят, что мирные люди собираются, что они не останавливаются, что они не расходятся, что их не становится меньше, то тогда, может быть, мы сможем добиться этой цели. Будет большим успехом оппозиционного движения, если произойдет раскол элит. Если кто-то именно с той стороны сможет оторваться от корыта и подумать о совести. Вот я считаю, что таких людей мы должны здесь ждать. И если это произойдет, именно раскол элит, тогда начнется еще одна ступень этого движения. Я планирую здесь оставаться, во-первых, потому что мне вручили коврик. Вот, я думаю, что было бы грех не воспользоваться таким моментом. Во-вторых, потому что, ну, наверное, здесь бывает лучшая часть города Москвы, ну и, может быть, в некотором смысле России. Вот. Мне хотелось бы видеть Россию вот такой, в смысле позитивной, да, смотрящей, так сказать, на будущее с оптимизмом. Вот. Я точно знаю, что я здесь покажу компанию людей, которые, ну, скажем так, верят, да, в Россию и знают, что нужно сделать, да, для того, чтобы, ну, это была самая процветающая страна.